Мистер Девре, вы любите фильмы про шпионов? На мой вкус, они теперь стали слишком серьезными. О, в детстве я мечтал о такой работе. Джентльмен-шпион. Я всегда считал, что в старых фильмах о Бонде главное злодей. Как жаль, что мы оба повзрослели. Валентайн экспериментирует с биологическим оружием. Мы должны разобраться с этим сами. Я хочу, чтобы вы завтра предложили кандидатов. Холод собачий. Прокатимся. Ты ключи подрезал. Это моя тачка! Высокий IQ, отличный гимнаст. Блестящие успехи в морской пехоте. На самом деле он не один из нас. Я что-нибудь придумаю. Вы кто? Тот, кто тебя вызволил. Никогда раньше портных не видел, но вы точно не портной. Пойдем со мной. Смотрел фильм «Поменяться местами»? Нет. Красотку. Суть в том, что ты можешь измениться. О, как в «Моей прекрасной леди»! Да ты полон сюрпризов. В службе «Кингсман» главная командная работа. Выберите щенка. Мопс. Разве не бульдог? Черт. Если ты готов во все вникать и учиться, я предлагаю тебе возможность стать агентом «Кингсман». И все? Конечно, нет. Сегодня день рождения новой эпохи. Похоже, куча народа сегодня умрет. Но мне на это глубоко. Кингсмен, общий сбор. Я не выношу насилия. Увижу каплю крови и умираю от страха. Будем смотреть друг на друга или начнем драться? Вытащи меня отсюда. Прости, солнце. Надо мир спасать. Я изложу вам свой план, а вы ищите способ спастись. Я не возражаю. Но это совсем другое кино.